Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами будем играть в Kibi Toilet Tower Defense. И, ребята, здесь у нас есть очень крутые, ребята, мифики. Ну, а я вам сейчас покажу примерно какие. Смотрите, ребят, здесь у нас есть индекс. И здесь есть Титан Клокмен. Смотрите, ребят, Титан Дрилмен. То есть очень много юнитов, которых нету вообще, ребят. Смотрите, и какие-то здесь у нас... А, ну это получается хэллоуинские, да? Допустим, смотрите, ребят, Титан Клокмен у нас всего лишь 1000 юнитов, да? Смотрите, жесть. Тут, короче, очень много, смотрите, камера армии. Обалдеть. Сегодня, короче, ребят, мы с вами попытаемся получить... Давно мечтал купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RB Excel. На сайте недавно произошло глобальное обновление, благодаря которому покупка робуксов стала еще дешевле и проще. Робуксы всегда есть в наличии, а их покупка идет по самому выгодному курсу, с моментальной отправкой на ваш аккаунт. А для желающих получить робуксы бесплатно, на сайте появилась акция, позволяющая получить робуксы за приглашение друзей или выполнение заданий. Вступайте на Discord сервер с ежедневными розыгрышами робуксов, а также в группу ВКонтакте с масштабными розыгрышами на стене. Все это только на RB Excel. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Смотрите, тут у нас есть Golden Crate. И чтобы открыть его, получается 459 рубаксов надо. Но мы, ребята, давайте сначала с вами купим вот так вот себе удачу. Это, ребята, все-таки нам понадобится 100%. Премиум ролл, это что это такое у нас? А, я понял, ребята, это 2000 гемов, 120 побед. Но мы с вами давайте лак. Так, это подожди-ка, у нас получается, ребят, смотрите, мы с вами можем... Такать, да? Давайте-ка вот так вот еще, ребят, себе удачу купим. Вот таким вот образом отлично заюзаем. И на сколько минут она у нас, ребята? Так, следующие 25 суммонов. Так, что-то я не понимаю, ребят, сколько что стоит. Так, ладно, окей. Давайте мы с вами посмотрим, что мы с вами еще можем купить. Ну, тут, в принципе, удачу мы с вами приобрели. Тут, кстати, есть какой-то Mirror Crate. И я даже не знаю, что там у нас находится, ребят. Так, окей, давайте мы с вами... Купим 10 Golden Crate'ов. У нас 3%, ребят, на, получается, мифического юнита. Так, я купил. Так, скорее всего... Так, и что? Так, и что? Ага, вот они, ребят. Открываем сразу 10. И... что? Что я получил? Так, я не понял, ребят, что я получил. Так, где мои юниты? Пока, ребята, я ничего не понимаю. Где мои юниты? Мы с вами получили 1300 денег просто получается, да? Смотрите, ребят, 96% на деньги, окей. Давайте еще разочек открываем, ребят. Если что, мы с вами потратим деньги на обычные вот здесь вот, смотрите, ребят. Обычные вот здесь вот у нас есть штука. Вот, кстати, смотрите, ребят, мифик 0,2%. В принципе, так же, как и в оригинальной игре, да, у нас? Так, давайте мы с вами... Так, я купил, открываем теперь сразу 10. Снова, ребята, нам выпало только золото, получается. Окей, открываем еще. Я хочу хотя бы получить мифика, ребят. Давайте мы вот так вот покупаем еще раз. Хочу мифик. 3%, ребят, у нас все-таки есть. Так, открываем еще. Нет, ребята, у меня уже 3300, смотрите. И до сих пор у меня никого нет, ребята, жесть. Окей, открываем еще. Я хочу, ребята, кого-нибудь интересненького. Ну-ка, давайте покупаем. Вы, кстати, можете посчитать, сколько я потрачу в итоге робуксов, ребят. Так, я получил еще 1000, но из юнитов никого, ребята, у меня нет, к сожалению. Так, я уже 5-й раз вроде покупаю, и это, ребята, у нас 2500 робуксов почти я потратил. Ну-ка, покупаем. И сейчас снова, ребята, открываем. Мифик, отлично. Что за мифик? Science ученый, ребят. Он урон наносит, кстати. И... окей, мы его экипируем, ребята. У меня есть один мифик. Это ученый. Я не знаю, что он делает. Давайте теперь, ребята, вот здесь вот пооткрываем. Получается, раз открываем. Так, о, легендарочка, ребята. Супер, слушайте, неплохо. Легендарочку я получил. Открываем еще. Эпик. Мифик, ребята, еще мифик один. Обалдеть, может быть еще мифик? Нет, рарка, легендарка. Ребята, сейчас с вами будем тестировать очень много новых юнитов. У меня, считай, не было никого. А сейчас, о, легендарка, это кто? Я не знаю, кто это, ребят. Так, ну, давайте-ка мы с вами вот так сейчас посмотрим. Это легендарка, что он делает? Камера дропшип, ребята. Он,
Я не знаю, что он делает. Давайте мы его возьмем. О, Клокмен, ребята, смотрите, легендарка. Так, а где у нас мифик? Так, мифик, мифик. Вот он, мифик, ребята. Синемамен. 646 человек всего лишь, ребята, у кого он есть. Так, мы с вами давайте возьмем Клокмена и Титан Камера Гай. Я даже не знаю, брать его или нет. Смотрите, тут у нас есть вот такой вот светофор вообще. Ну, наверное, ребята, вот так вот сделаем, да? Давайте мы сейчас с вами продадим ненужных вот этих, да, чтобы у нас хватало еще на одно открытие. И тем самым, ребята, мы с вами себе сейчас 100% сделаем. Смотрите, кстати, какие-то как будто солдаты, да? Ну так, давайте продаем. И 1300 у нас. Отлично, ребят. Давайте еще разок открываем. И эпик, 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 эпик. Окей, эпики. Ну давайте, знаете что, мы можем, наверное, еще раз продать, да? Ну так, берем. Раз, продаем все. Ну, по одному экземпляру давайте оставим. Вот так, вот так, вот так. И продаем. 700 у нас только, да? Ну окей, будем сейчас по одному, значит, открывать, ребят. Вот так вот я быстренько наскипал, и давайте посмотрим, что там у нас в юнитах появилось. Ну, два мифика, ребят, я два мифика получил, обалдеть, все, погнали, ребят. Давайте попробуем, окей, мы с вами попробуем пойти в легкий, там, скорее всего, надо, да, вот, смотрите, еще выбирать надо, какой это режим. Мифик плюс, смотрите, нам надо, у нас мифики есть, кстати, а что это как-то странно, карта выглядит, как будто она не прорисованная или что. Смотрите, ребят, тут у нас вот такой вот, это кто? Это у нас... это даже не спикермен, ребят. Смотрите, это у нас какой-то светоформен. Так, давайте мы с вами... Так, откуда они пойдут? Откуда они пойдут? Ага, вон они идут. Так, давайте вот так вот Клокмена сейчас поставим. Еще одного Клокмена поставим. И еще одного вот так вот. Вот сюда сейчас Клокмена поставим. Вот, все. Я думаю, мы справимся. Так, давай скип делаем. Это у нас, ребята, самый сложный режим, если что... И тут, как бы, я думаю, мы будем справляться с вами. Ну, надеюсь на это. Клокмена сейчас надо усилить. Тут, кстати, музыку никак не убрать, поэтому, скорее всего, вам не будет слышно, ребята, музыка, которая здесь играет. Я думаю, справится Клокмена. Давай скип делаем. Сразу следующий скип, ребята. Это у нас все-таки Лего. Легендарочка. Так, и... Ага, они пошли. Пошли, 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 пошли. Серьезно пошли вперед. Так, я Клокмена апгрейднул. Тут как бы и рейндж, и дэмэдж у него усиливается, да? Нормально, ребят, нормально. Справимся, я думаю. Надо вот этого сначала первого усилять. Давай скип делаем. И сейчас посмотрим, что будет дальше. Тут, конечно, ребят, Титан 600 стоит, да? У меня, короче, есть мифик за 300 и за 620. И вот не знаю, какой будет круче. Так, тут как бы пока... не по... А как они движутся? Смотрите, они опять сюда идут. К этому. А, ну ладно, он как бы справится с ними. Я думаю... Так, можно, кстати, кого-нибудь из этих апгрейднуть. Давай вот этого апгрейднем. Вот так вот, чтобы побольше радиус был, да? И чтобы они справлялись получше. Давай скип делаем. И сейчас надо вот этого на 450 усилить, ребят. Это у нас пятая волна. Сейчас попробуем вообще на автоскипе работать. Так, давай вот сюда еще одного поставим. Так, и на 300 его надо будет тоже усилить, ребят. Смотрите, сейчас клокменами одним пройдем, все. Так, ну и надо попробовать будет вот этого поставить. Это у нас ученый, да, получается? О, вот это жирненькие какие-то, смотри-ка. Так, ну я думаю, мы справимся, ребят. Давайте скип делаем. Надо на 450 этого усилить. Так, так, он типа должен справляться, я думаю. Опа, пропустили одного, да, мы? Так, давайте 450 усиляем. И сейчас еще, наверное, можно, кстати, вот этого попробовать поставить. Так, у меня пока денег не хватает, к сожалению. Так, ладно, давайте Клокмена вот здесь поставим. Надеюсь, он справится. Да, справился. Фуф, ну это ладно, если что, у нас будет стоять как бы на подстраховочке. Так, давайте скип делаем. 700, да, стоит следующее усиление. Давайте на 700 усилим. Вот этого, наверное, ребят. Потому что он у нас как бы тут хороший радиус будет захватывать. И хотя можно вот с этими заняться, да. Давайте, я вот этого не усилил еще. Давайте вот этого усилим. Так, у меня 200, 200. Вот эти, кстати, жирники пошли. Давайте скип делаем. Надо все-таки вот этого усилить. Хотя у меня вот это тоже не усилен. Давайте вот этого тоже усилим, ребят. Жесть, всех подряд просто усиляю. Хотя надо одного, наверное, усилить какого-то, ребят. Так, ну, тут у нас прошли двое аж. Так, и здесь надо, походу, тоже Клокмана усилить. Или давайте тут поставим вот так вот. Че он... О, он 1000 урона наносит. Ого. А, у него 60 секунд кулдаун, ребят. Ладно, 3, 9 жизней, пофиг. Я думаю, мы справимся. Так, тут у нас вот жирный босс какой-то
идет. Кулдаун, ребята, прикиньте, 60 секунд, офигеть. Так, ну тут как бы мы сколько потеряем, давайте посмотрим. 3 жизни всего лишь потеряли, ничего страшного. Так, 430, давайте скип делаем. И надо 700, ребята, 700, 700, 700, сейчас надо на 700 усилить. Это, наверное, максимум будет, скорее всего. Ну-ка, 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 этого сейчас добьем или нет? Ну, по идее, вот этот ученый должен будет потом добивать, ребят. Можно, кстати, поставить вот здесь титанчика. Давайте титана поставим. Оу. Что-то я сюда титана поставил, он всех уничтожил просто. Жесть, вы посмотрите, какой он. Обалдеть, он всех просто, смотрите. Я сейчас его буду апгрейдить тогда лучше. Жесть, смотрите, что творит. Вау, мощный, ребята, он. Так, у меня получается 2 мифика. Так, а вот это интересно, за 400, что он делает? Вот это 400, ребят, стоит. Надо посмотреть, камера какая-то большая. Так, тут у нас прошли они опасно, конечно. Но я думаю, мы справимся. Так, вот этого ученого тоже надо усилить. Кулдаун минус 10 секунд, ребят. Ну, конечно, опасные. Вот здесь у нас прошли. Так, давайте вот этого сейчас апгрейдим все-таки клокмана, ребят, на максимум. Чтобы... Так, а тут у нас 900, да, усиление? Так, вот, они тут по-любому сейчас пройдут через этих, поэтому, ладно, давай вот так, оп, усиляем. А, нет, смотри, это не максимальное еще усиление. Зато смотри, какой радиус жесткий. Так, тут у нас... Их двое осталось или сколько? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, он один, походу, остался, но мы с ним справимся. Давайте скип делаем. Скипаем и давайте смотреть, что будет дальше. Тут у нас волны пошли, тут как бы справятся. Должны, точнее, справляться. Ну, я думаю, мы с этим мификом, ребят, синим, и вообще сейчас просто уничтожим всех. Давайте мы его будем апгрейдить тогда, что ли. Потому что он, смотрите, ребята, урон наносит очень жесткий. И вот этих мелких просто сжигает, смотрите. Так, скип делаем. Скип делаем, апгрейдим. И, ребята, следующий апгрейд уже стоит 1500. Так, тут у нас прошел, нет, не, все, его уничтожили. Так, надо бы и вот этих тоже, конечно, апгрейднуть, ребят. Тут у нас косарик уже стоит, да? Так, тут у нас 450. Давайте вот этого попробуем апгрейднуть. Он все-таки очень неплохо тоже дамажит, по 200, ребят. И у него будет 0,5 в секунду удары. Давай, вот этого не уничтожили. Давайте делаем скип. И я его апгрейжу. Вот, все, теперь максимум, ребят, смотрите. Ну, радиус достаточно хороший. Так, ну и, в принципе, можем теперь апгрейдить вот этого, да, второго у нас клокмана. Ну, я думаю, лучше, конечно, апгрейдить, ребята, мифика, потому что мифик это, ну, это мифик. Он будет нереально урон раздавать сейчас в будущем, ребят, поэтому давайте мы, ну, наверное, будем его сейчас апгрейдить. Эти как бы у нас стоят, это круто. Можно, конечно, этого затестить. Что это такое? Ого, что это? Давайте попробуем поставить. Нифига себе, смотрите. Damage. Range, cooldown. Так, что он делает-то вообще, ребят, смотрите. Что эта камера делает? Прикольно, смотрите, камера такая стоит. У меня, кстати, 1000 уже накопилось. Ну окей, давайте попробуем посмотреть. Будем ее усилять. Она, кстати, урон тоже будет наносить. Так, 1500 почти у нас есть. Все, отлично, я апгрейднул еще этого синема. И, кстати, апгрейды не такие дорогие, как в оригинальной игре. Так, окей, движемся дальше. Хочется, короче, на всех посмотреть, ребят. На максимум. О! А, вон оно что, ребята. Он создает как инженер, смотрите. У нас, получается, вот такие вот камерамены бегут. Ну, слушайте, прикольно. Можно посмотреть потом, кто у нас там еще будет бежать. 3000, кстати, жизней. Так, надо апгрейд. Ну и тогда давайте скип делаем. Надо вот так апгрейд сделать. И клокмана тоже апгрейдить. Потому что, смотрите, их тут двое. И что-то они прошли жестко. Так, клокман. Давай. Так, походу, двое пройдут, ребят. Так, ну я, конечно, могу камеру вот эту усилить. И сейчас... Так, ну-ка, давай-ка посмотрим. Может быть, все-таки... Бам! Бам, отлично, ребят, все. Вот это, кстати, как защита вообще крутая. Слушайте, вот эти камеры сейчас наставим. Так, тут у нас и клокманы не усилены до конца. Так, давайте 1900 сейчас сделаем титанчика. Ну, я думаю, ребят, мы справимся. Давайте делаем скип. Может даже, кстати, на автоскипе поиграть. Во, максимально мы с вами прокачали теперь титана. Давайте автоскип попробуем.
автоскип, ребят. Не знаю, что из этого получится, но мне кажется, что мы с вами можем осилить. Так, Клокмана тоже давайте вот этого апгрейдим. Вот этих тоже надо будет сейчас апгрейднуть. Вот этого сейчас мы... Оп! Все, отлично. Теперь можно апгрейдить камеру, ребят, вот эту. Интересно, насколько крутая она будет и кто там будет выходить, да, у нас? Давайте сейчас посмотрим. Вон, смотрите, уже спикермены пошли. Прикольно. 1800 стоит, ребята, усиление. Следующее. Так, надо второго титана ставить. Вот так вот, ребят, давайте-ка мы... Оп, поставим второго титана. И здесь же... Или давайте-ка... Я не знаю даже, где лучше будет заапгрейдить. Смотрите, здесь у нас стоит один ученый. Надо бы, наверное, еще ученого поставить, ребят. Так, тут у нас... Во-во-во-во-во-во-во. Вот это он пролетел. Так, ученого давайте апгрейдим. Апгрейдим. Вот, ребята, 30 секунд, 1600 урона. Офигеть. Слушайте, вот этот прям быстрый. Я что-то не знаю. Давай-ка вот так вот еще. Капец, 2000, ребят. Мы сейчас, походу, это... О, не, нормально, ребят, справились. Жесть. Вот этот, конечно, ребята... О, жесткий тоже. Так, давайте-ка мы с вами апгрейдим синему. Фуф, я уже думал, сейчас мы с вами проиграем. А мы с вами не проиграли. Так, давай-ка камеру усилим. Сейчас камеру надо усилить. Оп, все, на максимум, ребят. Кулдаун 10 секунд. Каждые 10 секунд у нас выходят вот такие спикермены. По сколько жизней? По 2000, что ли, там, ребят? Так, ну окей, автоскип у нас работает. Подожди, а что? Где у нас эти... А, вот-вот, вижу. Вот у нас один, ребята, идет. Так, давай, апгрейд, апгрейд, апгрейд. Апгрейд, апгрейд. И еще один апгрейд. Подожди, 26-я волна? Но я что-то... А, вон, все, они идут, ребят. Я уж думал, что мы с вами настолько стали сильны, что они даже не успевают появиться. Так, давай-ка, 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 давай-ка. Мы с вами, ну, на автоскипе, ребят, играем. Это жестко. Я думаю... Ну, мы справимся. Тут как бы у нас сейчас и Клокмен прокачано, да? И, ребята, у нас идут спикермены еще. Так, давай-ка вот этого сейчас апгрейдим. А, раз. И надо еще разочек. Давай-давай-давай-давай. Два. Все, у меня теперь два титана тут стоят, ребят, апгрейднутых. Это жестко. Я думаю, они никого не пропустят. Так, тут у нас тем более спикеры идут. А, давай-ка посмотрим, сколько я могу вот таких камер ставить. Допустим, вот здесь. Еще одну поставил. Раз, два, три. И 1800, ребят, надо. Слушайте, сейчас мы поставим вот эти камеры. Они вообще не будут никого пропускать. Смотрите, они еще и урон наносят. 1800, отлично. Смотрите, сколько их идет, ребята. Каждые 10 секунд. Так, ну, пока... Тут вот у нас чувачочек прошел. Ну нет, нормально, тут у нас еще и ученые есть. Ребята, пока все окей. Так, а сколько я смогу поставить? А, я не могу, у меня 12 юнитов максимум, ребят. Давайте клокманов тогда уберем. И будем ставить здесь сейчас вот так вот титанов. Оп-оп-оп-оп. А, на максимум пока не могу, да? Сейчас титанчиков наставим, ребята. И вообще все будет шикарно. Можно, кстати, еще даже... Нет, титанов, я думаю, да, вот так. Оп, все, на максимум мы с вами поставили. Только я не понимаю прикола вот в этих ученых, ребят. Они как бы еще дают дополнительно 800 денег, как я понимаю, ребят, смотрите. То есть за каждую волну мы с вами получаем дополнительно еще 800 долларов. Это, конечно, жестко. Так, давайте Клокмана вот этого продаем. И ставим здесь вот еще одного титана, ребят. Вот так вот титана ставим и апгрейдим его. Так, ну на максимум не получилось. Ну, этого мы с этим разберемся. Давайте этого Клокмана сейчас тоже продадим. И поставим мы с вами вот сюда еще одного титана. Так, куда бы? Вот сюда поставим, ребят, давайте. Оп-оп-оп-оп-оп, апгрейд, апгрейд, апгрейд. Ну, кстати, я думал, радиус будет пожестче. Ну, ладно, окей. Типа, будет захватывать и будет, ладно. Нормально все равно. Я думаю, мы с вами справимся. Так, тут у нас все на максимум. Тут у нас постоянно идут... Подожди, а где... Не понял. Не понял, что это такое. У нас тут чувак, смотрите, на 8000 жизней застрял. На 8000 жизней. А что он застрял? Смотрите, ребят. Жесть. Я думал, мы с вами... Я не понимаю вот это, почему так, но... Смотрите, ребята, мы... Все, мы его уничтожили. Он застрял. Я думал, по идее, мы должны были проигрывать. Но мы не проиграли.
Не знаю почему, ребят, мы не проиграли, но, в общем, повезло, может, как-то, может, какой-то баг. Но, в общем, ребята, пока все окей, мы с вами держимся. Так, максимальное количество. Так, давай-ка мы тогда вот этого клокмана уберем. И сейчас поставим вот здесь, ребята, еще одного синему титана. Вот так вот все, поставил я, супер. Так, ну тут неудачно, конечно, стоит, ну окей. Так, мы с вами... Что сейчас было написано? Я не успел посмотреть, ребят. Так, вот этого, кстати, я еще не тестировал. Так, 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 кого бы убрать, кого бы убрать? Давай вот этого, вот этого уберем. И вот этого, ребят. Ууу, какой радиус хороший. Апгрейдим давайте. Так, на максимум пока не могу. Но сейчас могу скоро, ребят. Смотрите, это ученый титан, ребят. Жестко. Так, подожди, что я его не могу выбрать? Вот, все. А, я не могу. Не могу его усилить пока, ребят. Так, ну, надеюсь, мы с вами здесь справимся. Так, апгрейд. Все, максимум. Дэмэдж 1000. У этого 850 кулдаун. Ну, типа, вот этот, кстати, прикольно, ребят. Вот этот титанчик. Так, ну, и я, в принципе... Так, вот здесь кого-то надо ставить, да? О, инфекционка прошла. Черт. Ребята. Так, инфекционка прошла. Надо убирать одного титана. Вот здесь ставить. Вот здесь ставить титана, что ли? Я не знаю. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Жесть, ребята. Походу мы не пройдем. Слишком жирный. Сейчас, конечно, если здесь не застрянет он. Так, я не понял. Почему урон не прошел? Вот, смотрите, он снова здесь застрял. 38 тысяч. Так, я не понимаю, почему они застревают, ребят? А, все, уничтожена база. На 44-й волне. Ну, ребят, это автоскип. И, в принципе, я думаю, это неплохой результат. Ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите увидеть продолжение, то обязательно ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем, ребят, пока-пока.